Всем уже добрый вечер, и находимся мы, можно сказать, в одной из деревенек Кастельона, в горы, порядка 30 километров от Кастельона, ну, то есть Кастельон де ла Плана, и, соответственно, ну, получается плюс-минус 35 километров до пляжей его. Вот, это уже в горах, и здесь я вам сегодня покажу квартиру, которую я приобрел в аренду с правом выкупа. Сейчас я вам ее сниму по квадратуре. Сориентировать не могу. Прикиньте сами, достаточно большая. Но говорят, в те времена, здесь дом 80-го года, говорят, уменьшали чуть-чуть площади, чтобы меньше платить. В общем, так это или не так, не знаю. Смотрите сами. В общем-то, я привык уже в Испании ориентироваться на размеры, которые... Ну, которые идут, можно сказать, ты видишь глазами сам, можешь пощупать. Вот я вам показываю, значит, начиная сюда, это зал. Зал. Салон-комедор. Мы выходим на балкон. На две стороны квартира. Ух, стукнул я чуть-чуть. Мы выходим. Был балкон. Такой вот балкончик. Вот. Окна деревянные. Крепенькие, конечно, но деревянные. Это провинция Кастельон. Автономного сообщества Валенсия. Ну, соответственно... Это я расстояние называл до Средиземного моря. Такой вариантик появился. Решил попробовать. Ну, вернее, мы решили попробовать. Это такая, ну, скорее, больше, может быть, как дача, сдача. Туристы тоже бывают. Но пока все вот, идет именно в плане аренды с правом выкупа. Вот определенную сумму я внес. Но об этом, я думаю, я отдельный выпуск сделаю, скорее всего, и там более детально я все и расскажу. Если вам это будет интересно, вы говорите. Вот, все, естественно, остается. Вот, пожалуйста. Холодильник. Это духовка. Кран, вода, шкафчики. То есть кухня. Здесь варочная поверхность. Здесь варочная поверхность. И здесь вход в такой вот патио. Колонка, которая дает горячую воду. Отопления нет. Ну тут, в принципе, его вообще нет. Электро, это вот здесь патио. И единственное, он там. Вот тут комната, которая в него и выходит. Вот сейчас закрытое окно. Вот это такое хозпомещение, можно сказать. Ну, с машинкой, со стиральной. И газ бомбонок для горячей воды. Для горячей воды. Если что-то подтапливать, то подтапливать, ну, я думаю, электро. Ну, вот, либо также газом что-то думать. Ну, вот, все, в принципе, вы видите. Состояние. Состояние. Идем далее. Далее у нас идет ванна. Угу. Ванна. Душ. Унитаз, биде. Коридор. Это вот спальня. Спальня, которая выходит в патио.
Это единственная спальня получается. Ну, в принципе, может быть, будет лучше из нее сделать кабинет, я так подумал. Ну вот. Далее идет вторая спальня. Кстати, первую я вам забыл. То есть их получается 4 спальни. Ну вот. 4 спальни. Это идет вторая спальня. Сейчас я вам покажу виды. Да, квартира получается на первом этаже. Этаж первый, но есть вход еще с другой стороны дома. Дом 80-го года. То есть есть с другой стороны дома вход, и он, соответственно. Ну вот, то есть как бы мы входим со стороны, где, в общем, на разных уровнях расположен. Ну вот, соответственно, мы входим, квартира на первом этаже, что, в принципе, удобно. Вот, ну, кто заходит с другой стороны, с другой улицы, с другого адреса, это уже, ну, как бы он сюда и не доберется, но это уже другой этот самый, другой этаж совершенно получается будет. Ну, благодаря чему квартира на две стороны и обеспечивается вот эти вот этажи. И вот я вам показываю. Большая спальня. Виды также сюда, на эту сторону. Уже, к сожалению, солнышко ушло. Я чуть задержался, но думаю, сниму уж лучше вам сейчас хотя бы. Вот, у нас уже дело к закату. И забыл я вам, да, показать. Пока замотался. Нет, забыл показать первую, так скажем, спальню. Вот мы проходим все это дело. Спальню, там ничего нет, она тоже, вот она сейчас больше как под кабинет. Но я считаю, лучше можно его там сделать. Ну, а может быть и здесь, кто его знает. Кто его знает, ну, в общем, вот такая вот квартирка вышла. Да, это я окрестности потом покажу, посмотрите. Вот, обязательно сниму. Ну, в принципе, вот так вот, по стоимости, в целом 42 тысячи, 42 тысячи, вот, в аренду с правом выкупа на 3 года, то есть там надо было вступительный, еще что-то, но я об этом расскажу, если интересно вам, всем будет обязательно. Обязательно в детальном, отдельном выпуске, потому что это вопрос достаточно интересный, я считаю, аренды с правом выкупа. Если вы считаете так же и вам будет это интересно, ну, соответственно, пишите в комментариях, и я такое видео обязательно сделаю. Ну что ж, в общем-то так, вроде все сказал, да, по... По воде горячий сказал. Свет. Тут, да, свет, вода, коммунидат. Ну, как и в принципе и везде. То есть, ну, тут единственная небольшая стоимость воды. Вот. Тут раз в год платится, как я понял, небольшая стоимость коммунидата. Ну и свет, сколько нажжешь, все твое. В общем так. Вам желаю всего хорошего. До новых встреч. Пока. Если интересно более детально по аренде с правом выкупа, пишите комментарии. Я вам об этом более детально и поведаю. Сегодня чуть-чуть замотался, поэтому будет интересно, в следующий раз расскажу.